Ни для кого не секрет, что социальные сети и всевозможные виртуальные сообщества стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Они помогают оставаться на связи с друзьями, заводить новые знакомства и даже вести профессиональную деятельность. Но у этого есть и обратная сторона. Социальные сети, как оказалось, могут вызывать настоящую зависимость, заставить человека забыть о реальном мире и полностью погрузиться в виртуальный. По данным исследования Университета Чикаго, такая зависимость может быть даже еще более сильной, чем алкоголизм и курение. В России и других странах СНГ вряд ли найдутся специалисты, которые бы помогли справиться с этим состоянием, а вот в Европе на этом специализируются многие клиники. Например, в Великобритании это навязчивое желание официально признали зависимостью. Теперь пациентов отучают от длительного сидения в Facebook или Twitter. О том, что привязанность к социальным сетям у нее есть, писатель и иллюстратор Джемини Адамс говорит открыто. Теперь она пытается побороть это пристрастие при помощи йоги и длительного воздержания от сети. Когда кто-то комментировал то, что я написала ранее, в душе возникал большой подъем. Я помню, что когда я курила, то это было подобное чувство, чувство воодушевления.

Как писатель я работаю дома, и мне приходится проводить много исследований в сети. Я обнаружила, что обычно я пишу минут 20, а потом захожу на Facebook на минутку всего, чтобы что-то проверить. Но самая опасная вещь заключается в том, что ты заходишь якобы на минутку, чтобы что-то там проверить, а в результате сидишь там минут 30. То есть полчаса твоего времени просто исчезает. Джемини даже написала иллюстрированную книгу под названием Диета Фейсбук, где в шутливой форме описала эту зависимость. Такое подсознательное пользование самое опасное. Нужно установить время, сказать, я собираюсь сидеть на своей страничке не более 10 минут в день, или проверять ее один раз, утром и вечером. Если вы это сделаете, то у вас будет целый свободный день. Мы не знаем, сколько на самом деле времени там проводим, и это то, что я увидела. Я поняла, что потеряла былую производительность, поэтому поставила себе искусственные рамки. Согласно исследованиям Университета Чикаго, такие события в социальных сетях, как лайки или ретвиты, вызывают у пользователей чрезмерное выделение гормона дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения. Доктор Ричард Грехам говорит, что за год к нему приходит около 100 пациентов с зависимостью от социальных сетей и компьютерных игр. Среди них есть и дети, и взрослые. Они начинают избегать или вообще перестают заниматься необходимыми делами, даже элементарно не ухаживают за собой. Они откладывают еду, не пьют, не спят, пропускают встречи или опаздывают на работу или учебу. Доктор говорит, что лечение в основном заключается в полном воздержании от виртуальной жизни и организации других занятий. Кроме этого, он также определяет и устраняет факторы, которые заставляют человека вновь и вновь погружаться в эту заманчивую интернет-среду.